Добрый день, дорогие друзья! Я рад этой новой встрече с вами на канале «Увлеченный человек», где я продолжаю рассказ о своей коллекции викторианских фигурок. Сегодня я подобрал для вас вот такую замечательную композицию. Интерьером моего отчета выступает великолепная картина Ольги Казанцевой, которая называется «Мой любимый букет». Я подготовил специально вот такую импровизированную цветочную поляну, где две пары молодых людей занимаются сбором цветов. И тема сегодняшнего обзора – это цветочная история. Я постараюсь сейчас вам подробно рассказать о каждой фигурке в отдельности, но вначале хочу сказать, что необычность этих фигурок для меня заключается в том, что обычно я собираю достаточно крупные фигурки, ну, например, крупные я имею в виду от 19 сантиметров. Здесь же фигурки, ну, для меня достаточно маленькие, и высота каждой из них не превышает 15 сантиметров. Почему я за более крупные фигурки? Мне кажется, что именно на более крупной статуэтке автору лучше удается передать всю детализацию. И цвета, и мелкие какие-то элементы, и выражение лиц, ну, все, что вот обычно требуется. Но совершенно неожиданно я обнаружил вот на первой фигурке, сейчас я о ней скажу подробно, что все это можно сделать и на более мелких статуэтках, чему я оказался очень удивлен. И вот так эти статуэтки появились в моей коллекции. Первой участницей нашего цветочного парада, и вот той самой первой, которую я приобрел, является статуэтка девушки, собирающей цветы. Давайте с ней познакомимся поближе. Значит, перед нами очень узнаваемое клеймо немецкой фарфоровой мануфактуры Зитцендорф. Клеймо указывает на очень большой, широкий временной период, когда эта фигурка могла быть изготовлена, с 915 по настоящее время. Ну, я не склонен думать, что это какая-то очень такая старая или античная фигурка. Нет, скорее всего, это середина 20 века. Может быть, даже чуть-чуть позднее. Я приобретал ее явно не из-за того, что она имеет античный характер, а прежде всего вот качественного выполнения самой фигурки. Вот посмотрите, пожалуйста, как выполнены цветы на шляпке этой девушки. Да? Руки. А фигурка очень маленькая, как я вам уже говорил, но здесь вот выполнен каждый пальчик. Да, цветы на голове девушки. Цветочный ковер. Ну, по-моему, просто замечательно. Вот я получаю огромное удовольствие от просто созерцания этой фигурки. Вот долгое время моя девушка пребывала в гордом одиночестве, я подыскивал ей пару. Это был очень трудоемкий процесс. То по росту кавалер не подходил, то по цветам. Вот. Но в итоге, спустя, наверное, вот полгода, появился такой замечательный молодой человек. Правда, это не сборщик цветов, это, скорее всего, птицелов. Но я думаю, что эти два занятия можно объединять в лесу. Вот мы тоже видим, что это тот же самый производитель, компания Зитцендорф. Давайте чуть ближе посмотрим на этого молодого человека. Он в руках держит пойманную птичку. Рядом находится клетка, где, видимо, будет эта птичка дальше у него жить. Вот, птица его уже знает, видите, к нему подлетела другая. Видимо, это добрый молодой человек, которому доверяют птицы. Ну и здесь также мы видим несколько цветов, которые мне позволили вписать этого молодого человека, вот эту тематическую
подборку, которую я назвал «Цветочная история». Вот теперь эта пара живет гармоничной жизнью, они вместе. Вот, я надеюсь, что они любят друг друга. Ну, а для того, чтобы больше не повторять таких ошибок и не покупать отдельных фигурок, я решил вот в развитии закрепления данной темы приобрести парную такую фигурку молодых людей, которые собирают цветы, ну и одновременно вот у них такое свидание. Вот давайте посмотрим, это тот же самый производитель. Так что получается, что вся тема раскрыта именно на фоне статуэток компании Zitzendorf. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, фигурки еще меньше, чем предыдущие, но качество работы, вот элементы детализации, да, особенно, конечно, цветы на первом плане, здесь вот, да, да и руки тоже, лица героев, на мой взгляд, выполнены очень тонко. Ну вот, друзья, это та самая цветочная история, которую я хотел вам сегодня рассказать. Еще раз предлагаю посмотреть на замечательные немецкие фигурки, оценить красоту натюрморта Ольги Казанцевой. Кого заинтересует эта художница и ее картины, я в приложении дам несколько фотографии работ этой замечательной художницы. Ну, а вам всем желаю добра, счастья, наслаждайтесь летом, цветами, солнцем. Всего вам доброго. До свидания.